Ребяшки, всем привет, добро пожаловать на прохождение замечательной игрушечки Златогорье 2. Мы направляемся в Острог. В прошлой серии мы победили всех в Варунге. Вот, и теперь идем побеждать в Вороге. Потому что мы запороли квест один, да? Блин, а давайте, наверное, сколько у нас затих? Один, нет, на его поверечь. Дойдем до Орога все-таки. Потому что мы запороли вроде как квест. Я не знаю, может быть, конечно, потом еще как-то это и... Опять они, а? Может быть, потом как-то это может разрулиться, хрен его знает. Блин, такие посохи дурацкие, просто жесть. Надо, кстати, посмотреть бы создание посохов-то у этих, у себя, в этом. Может быть, какой-нибудь зверский найдем. Вместо вот этих двух вот, вот этого. Интеллект один. А, ну тут щит так-то... Какой-нибудь одноручный посох, было бы здорово. Так. Уникальный платиновый меч. Очень жаль, что платиновый. Так, да иди ты. Так, давай посмотрим насчет посохов. Сразу надо смотреть проклятый и от него уже пилить. Так, браслет, траф, амулет, кольцо. Как-нибудь разделялись бы по типам бы, да? Так, шлем, 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 панцирь, латы таулиновые. Блин, вот этих нету, да? Проклятые таулиновые латы. Максимальное здоровье, да. Ну, броня такая, кстати говоря. Такая себе. Так, деревянный щит. Та-та-та-та. Поножи, поножи, топор. А пика, секира, лук. Арбалет, винтовка. Вот, посох платиновый. С заклинанием древесные корни. Вообще отстой. И у нас есть вот еще из красного металла. Переливание крови. Тоже, по-моему, какаха. Колющее повреждение 10-20%. Надо, наверное, при ударе. Так, метеоритная дубина. Да, посохов у нас не особо что есть. Да, с посохами нам что-то не повезло. У нас всего два посоха. И то... Так, подожди, и то у нас дубина, внутренняя палец, да, то есть вот три посоха. Бронзовый, но он вообще смех, там какое-то заклинание, зеркало боли. Надо вообще бред. А, подожди, это я не там смотрю. Да, платиновый посох и все. У нас вообще один посох. Видимо, да, видимо, просто пока не повезло. Ладно, окей. В Вороге мы, по-моему, да, мы там точно были. Но, а может и не были, кстати. А может быть и не были. Смотри, сколько народу, пипец. Это кто? Алана какая-то. Ты кто? Я проклята, я проклята. Спокойно, кто ты такая? Подожди. Она сейчас набросится на нас, наверное. Спокойно, кто такая? Я так, что выпустил в этот мир тьму. Я проклята светлыми богами. Вещи скитаться по этой земле, не находя покоя. Я освободил Чернобога. Что за чушь ты несешь? Какого Чернобога? Властителя Чернобога. На заре времен он был повержен светлыми богами, и его физическое тело было заточено среди льдов Альберии. Но я видела сны, где прекрасный юноша в светлых одеждах приказывал мне пойти на север и разрушить путы. Я долго сопротивлялась этим снам, но не выдержала. И чтобы избежать сумасшествия, сделала так, как мне велел мой ночной гость. Когда Чернобог восстал из-за льда, тьма обрушилась на Альберию, и я была проклята. Почему? Понятно, но я пойду удачи. Я чувствую в твоих силах остановить эту черную угрозу. Я дарю тебе свой щит, принадлежавший ранее поверженной богине Ладе. Прощай, путник, помни Алану. Она уходит. Какой-то щит, волшебное зеркало Лады. Еще не опознан. Ну, ничего, неплохо. Бесплатно какое-то это. Да блин. Так, что-то новенькое. Ну, какой-то дракончик. Рогатый дракон. Но я думаю, что для нас это не проблема. Потому что... Я понял. Потому что вот эта дрянь, мне кажется, просто вынесет к чертям вообще все. Ну давай. Три раза бьет, да? Окей. Так... Блин, я не знаю даже. Надо ждать. Давай, наверное, вот так вот сделаем. Ой, хорошо. Так, я понял.
Я понял, я понял. Очень интересно. Видимо, он какой-то иммунитетный. Так. Давай, наверное, молотком лупить. О, задело. Броня у него, конечно, мам, не горюй. Так, а вот так вот сделаем. Фига, сразу. Опа, ничего себе. Сколько урона-то нанес, я интересно. 39-23. Блин, вообще имба, пипец. Офигенно. Так, надо бы, кстати, ману выставить сразу. Вот так вот. Так, ну, неплохо, неплохо. Если, вот битвы, смотрите, насколько быстрее пошли, да, вот с этим молотком. Прям вообще красота. Красота, тра-та-та. Опять кто-то с нами тут. Так, это козлиная шкура. Нам она не нужна. Хотим сражаться. Мы сражаться хотим. И что-нибудь посерьезнее. О! Так, по-моему, эти стреляются, гады. Поэтому нам надо бы... Так, сколько у вас хп? Так, надо бы демонов, наверное, призывать. Блин, демонов у нас нет. Блин, ну давай. Так, сколько она отжирает? 15. То есть у нас вот так вот еще будет. И 15 вниз сейчас пойдем, чтобы нас заметили. Во. Нормально, они не кидаются топорами, хорошо. Давай-давай, ребята, собираемся. Так. Наверное, знаешь, как вот так вот сделаем сейчас. Надо всех сразу заарканить. Можно, кстати, наверное, дубинкой один раз шибануть. Ой-ой-ой-ой-ой. Шибануть, и этот, наверное, загрится, по идее. Не получилось. Так, и давай вот так вот. О. Так, собираемся. Хорош. Ну, то, что надо. Ну, молодцы, ребят. Ну, вот просто замечательно. Просто великолепно. Пацаны, здорово. Здравствуйте, парни, как у вас дела? Вот это я понимаю. Фига у нас класс брони, пипец. Вообще по нам не попадают. Там один. А тебе ребок что-то стоит какой-то. Отдельно, ну да ладно. Обалдеть. Так, у вас там, наверное, хп 31. 24, наверное, так добьем. Да, молоточек прикольная тема. Этот бы еще подошел, крыса, на вот так, наверное, сделать. Может, загреться. Ну-ка, давай, иди сюда. Так, и вот так. Сейчас опять брони наберем, тут пипец. Да, вот сейчас банки вот с этой магией, да, вообще красиво будут заходить. Тупо можно отожраться до 500 хп, например, да, и 3 банки съесть. Полное хп будет, и потом мочить просто стоять всех. Блин, огонь. Надо еще посмотреть. По-моему, у нас был какое-то кольцо огня или что-то типа такого. Ой, подожди, извини. Кольцо огня, что-то типа такого. Тоже может попробовать, ну-ка. По-моему, оно в стихиях было.
Кипящая лава. Так, ну тут нету, да? Погребальный костер. Блин, я не знаю где. В свете, в тени. Тьмы. Но богов пока у нас... У нас одно заклинание только какое-то осталось. Тоже было бы неплохо его найти, кстати говоря. Так, окей. Погнали. Халявный опыт, можно сказать. Сейчас вообще красота. Мирных путников. Хотим. Хотим мирных путников. Так, турбирнец. Знахарка, вот это надо. А, вы тоже, кстати. Так, окей. А ты что мне предложишь? Рецептики какие-нибудь? Но, может быть, наверное, мы уже рецепты-то все и нашли. Поэтому ничего нам не попадается. Так, сейчас вспомни, был я тут или нет. Слушай, я тут не был. Воу, я тут и не был. Вот это прикол, интересно, мы запороли квест или нет? Сутенер, ничего себе. Эй, парень, у нас лучшие девушки в Турберне. Выбирай любое. Проституция аморальна. Я не буду в этом участвовать. С каждой дамой легкое поведение в городе мы тут общаемся, так сказать, опыт зарабатываем, блин. Мне больше нравится золото. А кого ты можешь порекомендовать? Попробуй Йодис. Она у нас одна из самых опытных работников. Хорошо, может попробовать. Окей. Попробуем обязательно. Так, привратник. Ничего себе. Что ты как-то не у ворот стоишь? Добро пожаловать, ворок! За скромную плату в 10 монет я расскажу тебе все, что я знаю об этом городе. Хорошо, Вадим. Хорошо, слушай. Орок состоит из двух районов. Центра города и рынка. Раньше наш город полностью принадлежал клану Льот, но теперь его большая часть контролируется аудунами. А Льоты держат только район рынка. Между кланами идет война за влияние, и на улицах Орога было пролито уже много крови. В центре города живет наш знаменитый кузнец Бруни, а в районе рынка находится единственная в Турберне живодерня. Большой дом на севере этого района – это дом клана Аудун. Там живут воины клана и Хротфас Аудун, глава клана Аудун в этом городе. Резиденцию клана Льот можно найти в районе рынка, в северо-восточной части. Северо-южной части. Спасибо, пока. Ничего нового нам не сказал. Подожди, это куда? Это выход из города. Ой-ой-ой. Я что-то... А, ну все, беру свои слова назад, то, что ты не привратник. Я просто думал, я откуда отсюда вылез. Блин. Вот магию до 15 прокачам богов у нас будут по очкам действия в 2 раза дешевле они. Вы представляете, сколько молотков можно было? 4 молотка запендючить. Это вообще огонь. Так, кто там у нас торгует с броней? Давай. Как раз мне тут надо тебя... Блин, ну он познать не может. Что за... А ремонт? 98, 95. Ну, в целом нормально еще. 94. Не еще, а вообще, в принципе, нормально. О, переносим вес плюс 23. У нас 25. Но здесь броня намного лучше. 44, 25, 31. А здесь, смотрите. Я вот это возьму. Вот это я возьму, только вот так сначала, да? Надо, короче, искать только с перевесом, например. Ну, либо с каким-то полезным навыком. С каким-то полезным навыком. Только так. Кстати, вот это побольше. А, здесь отруби, отколь еще, понятно. Так. Окей. Угу. Так, 29 у нас, да? Тысяч. 29 тысяч. Так. Ну, все, вроде как продавать больше нечего. Давай обмен. Сейчас мы тогда сразу оденем. Сколько у нас было? 148. Так, она не проклята? Нет. Вот теперь хотя бы он как рыцарь выглядит. 148, 146, невелика беда,
Но зато брони добавилось, просто пипец. Вот, смотрите, сопротивление магии у нас теней 90, у нас по мага, магия по нам... Да у нас рубящих-то вон 50. Рубящие вообще 71, обалдеть. Ну, это прям хорошо. Так, ты можешь, да, может опознать? Давай, посмотрим, что там, что за зеркало. Так, иммунитет к магии, тра-та-та, телосновение, все, плюс один. Ну, бред собачий, у нас тут уже лучше намного. Но, может быть, как-то этот самое. Ой, подожди. Оставлю его чисто для истории. Мало ли чего. Мало ли чего. Так, давай-ка мы, знаешь, что сделаем? Во-первых, алхимию посмотрим. Так, нам нужна антимагия. Что там нам надо? Кактус этот. У нас их есть у меня. Они очень дорогие, давай сделаем. И получается, нам бы надо что-нибудь еще. А сколько вот эти вот все стоят? Вот этого много у меня просто битком. А, ну не с собой только. Баллон. Так, ну ладно, в любом случае, сейчас все деньги выкупим у них. Потому что одна баночка стоит 11 тысяч, ребята. То есть это 4 банки надо продать. Обалдеть. Да ты... Вот как это бесит, а? О, 46 тысяч, 3 тысячи, фиг с ним. Бенч. И у этого сейчас сразу еще. Так, не у этого. Не у этого, да. Че по посохам? Посохов хороших нет. Блин, там была с тенью, да? Но, блин, не этот... Сейчас так вот вообще отстой какой-то продается. Так, нам надо все божественные искать. Потому что... О, гнев земли, вот оно. Это оно, наверное, да? У нас единственное не выучено. Давайте его прикупим. И нам надо вот это вот еще. Чудесное путешествие. Все. 39, замечательно. 39, замечательно. Так, обмен. 35 тысяч. 35 тысяч, давай. Посмотрим по кузнечке, что мы можем сделать. Так. Вот этот много стоит, интересно. У нас он как раз есть. То есть два таулина. У нас, по-моему, две штучки есть. О, вот у нас есть. Давай по одному попробуем, посмотрим. Много ли он стоит? И вот это вот. Подожди, а почему я не могу? А, подожди, это не тот рецепт. Ну, кстати говоря, вот это тоже какой-то рецепт есть из двух этих. Блин, я не помню, какой-то посох там из металла, из какого-то, блин. Во-во-во. Давай вот этот сделаем. У нас, по-моему, тоже тут была, да. Давай посмотрим, сколько он стоит. Так, стоп, не у этого. Так, 8000, а что я еще сделал? А, еще вот этот. А, ну они одинаково стоят, да? Давай, 17, окей. Еще 17, ладно, пойдет. Так. Сайрек какой-то, давай. Молодой человек, вы должны мне помочь. Что случилось? Меня ограбили. Кто? Я постараюсь найти виновного. Это грязная проститутка Йордис. Я купил ее, привел домой, а утром не нашел ни денег, которые я держу в ящике стола. Пожалуйста, найдите ее. Хорошо, я найду, подожди меня здесь. О, нифига. А что, нифига, так гоню какой-то. Так, я найду ее. Да, кстати говоря, давай сразу изучим. Вот, и это у нас получается единичный урон, да? 18-40. 25-15 маны, 18-40. Очень похож как на этот. Так что можно его попробовать куда-нибудь типа... Блин, тень, все надо, вообще все надо. Давай... Ай, блин, место пока... Место... Блин. Место хилки, наверное. Пока вместо хилки попробуем. А вот посмотри, что это такое. Так, бочка... Перестали нам попадаться эти
заклинания в этих во всех в бочках, это плохо. Вот вся какаха только попадается. Местный житель, житель Орога. Окей. Так, а у вас что тут? Девушка. Так, тут, наверное, какой-то притон как раз и должен быть. Кубатай. Какой-то монгол. Ну что, путешественник, нравится тебе Орок? Да ничего, хотя, если честно, воровийские города немного красивее. Может быть, но к Турберну надо немного привыкнуть. И тогда он тебе наверняка понравится. Ну, может быть. Окей. Уходи, чужак, тебя сюда не звали. Ты слишком негостеприимен. Ну ладно, пока еще увидимся. Подожди. Может, мне здесь реально не рад? Не, нормально. Так, вот сейчас тут будет вообще просто, да, раскатал губу. О, вот это уже лучше. Так. У нас реально сейчас очень мало заклинаний. Вот, так хотел сказать. Очень мало заклинаний, которых мы не знаем. Проклятый алмазный лук пойдет. Так, жительница Орога. Жительница Орога. Житель Турберна, местный житель, окей. Ничего нам тут... Нет, тот самый, не светит, да? Так, а туда нет, нельзя. Ну, с обычным жителем без толку говорить. Поэтому погнали. Так, что у нас тут еще? Какой-то полувосточный, что ли? О! Стоп. Это что за молоток? Молот из черного металла. Он самый топовый. Ну-ка, давай. Ай, блин, я думал там торговать. Кузнец Бруни. Вот послушай, копался я давеча на своем чердаке и нашел там дневник моего отца. А там записан секрет сверхпрочной стали. Вот, мечтаю попробовать выковать меч из этой стали. Да, пока заказчиков нет. А самому бегать за материалами времени не хватает. Я могу добыть ингредиенты, если ты сделаешь мне меч. Хорошо, но это будет стоить тебе немного денег. Моя работа не бесплатная. Договорились, так что нужно-то? Нужен болотный мох и кровь горного козла. Про мох спроси у нашего знахаря по имени Уги, а за кровь сходи к живодеру Аспаку. Хорошо, я вернусь, когда все соберу. Меч получится просто огонь. Из крови козла и моха. Нормально вообще, нет? Чувствую, оружие получится крепким. Так, проклятый меч, это все понятно. Сколько у тебя? 23, замечательно. Так, 9, ага. Так. Вот так. Блин, напихивал, всего 4000, ну ладно. Так, пока. У нас этих шкур козлов, золотых быков просто пипец. Так, нам нужен какой-то шкуродер, видимо. Но что-то пока я никого тут не видел, похожего. Так, ну давай посмотрим, что здесь. Видимо, в каком-то другом районе он. И Уги. О, тут точно какой-то главный. Так, проклятый двуручный меч. Платиновый мне, пожалуйста. Мне, пожалуйста, платиновый что-нибудь. Доспех. Так, это все эти боец Аудун. А, это боец Аудун, окей. Хротвас запрещает нам разговаривать с незнакомыми. Хротвас — это ваш папа? В каком-то смысле, да, это глава клана Аудун, которому я принадлежу, и он самый могущественный человек в этом городе. Да, я услышал, что самый могущественный человек в Ороге — это Эдмунд Льот. Эдмунд Льот? Не смеши меня, чужеземец. Ему только и осталось, что гонять морвийских торговцев на своем рынке. Весь центр города давно принадлежит нам. Спасибо за разъяснение. Я вообще-то, между прочим, болван. Тоже в клане вашем, только это, блин, никак не отобразилось. Черт возьми. Но жалко, конечно. Ну ладно. О, вот он. Это этот, любитель мха. Ну-ка, иди сюда. Чем пожаловал, молодой человек? По делу, у тебя случайно нет мха?
Я понимаю, что ты говоришь. А почему он должен быть у меня? Тебе надо... Так и иди и добери себе. Не, ну, понятно, а где? А вот здесь, на душном болоте. Он помечает точку у вас на карте. Только будь осторожен. У нас довольно давно... Не занимался там никто давно... А, я уже давно не занимался там чисткой чудищ. Да, по тебе это видно, ты там зачищаешь всех просто. Ну ладно, нам только это на руку. Что ты там не зачищаешь ничего. Так, у нас два квартала, да? Мы везде побывали. Это кто у нас? Королевский стражник. Поперли. Так, это у нас Йодис, вот она как раз. Эй, парень, не желаешь немного того, развлечься? Хлеб торгуешь мне. Вот что, девушка, мне дали... Вы недавно спали с одним человеком у него дома, это правда? О, что, я их всех помню, что ли? Мало ли, с кем я спала в последнее время. А тебе чего надо-то? Поясняю, ты украла у него его деньги из тумбочки, их надо вернуть. Какие деньги? Какие деньги? Я не знаю никаких денег. Не заставляй меня применять силу, девушка. Вот, ну все мужики. Чуть что, сразу силу. Ну, заняла я у него пару сотен. Что ж теперь с того? Ладно, оставь их себе. Вы мне все надоели. Вы мне все надоели, пока. Блин, вот можно было бы заплатить-то, алло. Тебе придется вернуть деньги немедленно. Ладно, на, подавись, засунь их себе в задницу. Ты правильно поступил, лучше бы тебе сменить род занятий, прощай. Не учи меня жить, проваливай. 500 монет. Лучше бы 500 опыта. Так, опять, ну что, ты прекрасно жилась, а барабошка на смертном одре, ёлу, лучше. Так. Да, конечно, сколько это стоит? 300 монет, договорились. Опыт нам нужен. Так, кекс, проститутка не достал, к сожалению, вот так, фу, ну все, я пошел. И опыта не дали, просто слава изменилась. Может, мы теперь... Смотри, слава как изменилась, вообще пипец. Вообще, короче, мы какой-то зашквар поймали. Хоть загружайся, боже мой. А мы загрузим, я загружусь, не. А, кстати, сколько у нас так? 50, нифига, ну пошла ты шмара. Уху, нет, спасибо. Так это прощелыга, я не хочу. Я не хочу. Спасибо большое, но нет. Что-то вы там, репутация вообще просто пипец. Покрылась ржавчиной, так скажем. Так, давай, что тут у нас? Вручный серебряный топор. Нам бы неплохо было бы, этих набрать. Посохов всяких поделать. Что-то посохи не попадаются, ни хрена. Тысяч, давай. Посохи не попадаются. А самая привлекательная цена. Давай позырим. Так, ну да, тут все уже. Тут уже все у нас. Так, ты кто? Житель. Торговец заклинанием. Нифига спрятался. Так, посохи все со священным огнем, я понял. Посохи у нас все со священным огнем. Так, безопасно, призыв, окей. Так, а что если, нам бы надо еще, получается, вот, серн-дождь. Это школа стихии. Но она у нас известна. То есть, получается, еще стихийный урон неплохо. Вот, смотрите, урон, да? Магия и стихии, очки действия. 25, Карл. Это молоток, а всего урона 9-19. Огненный шторм. Единственное, что мне кажется, это вот... я вспомнил, это такие... Там Бука, помните, в нас колдовала? Такие, типа, как Армагеддон. Такие ду-ду-ду-ду летят. Вот, мне кажется, вот в этом. Это она, вот. Вот круг огня, кстати. Вот круг огня я возьму за 6. Вот круг огня мы уже можем колдовать его, по-моему. Не можем. На 7 магии стихии, ладно. Обознался. Но, может быть, он тоже неплох будет. Но молоток, конечно, роляет, прям пипец. Извини, то, чем я торгую, давай. Это я возьму. Окей. Посохи не так уже и нужны-то, да? Местный житель. Сони. Ничего себе, а где Панасоник? Привет, парень, я вижу, что ты небесный. Ну да, а ты кто такой? Я Сони, здешний метатель ножей.
Еще недавно у меня было свое шоу, но, видимо, циркач из меня никудышный. А почему твой номер закрыли? Проклятые чудовники передрались, и я всего-то и делал, что привязывал добровольца к доске и метал в доску ножи. Но они посчитали, что это слишком опасно для зрителей. Это же было добровольно. Впрочем, еще раз я никогда бы не опустился до того, чтобы играть ножи в цирке. А кем ты был раньше? Эй, парень! Раньше... Раньше я был одним из самых высокооплачиваемых профессиональных убийц в Турбене. Все было хорошо, пока черт не дернул меня наняться ради прикрытия телохранителей в телохранителя одному богатому торговцу. И что, торговец себя обманул? Нет, торговец оказался честным человеком, но однажды мы попали в жуткую засаду разбойников. Они окружили нас и засыпали тучами стрел. Многих из них я положил, пока мой господин не был убит стрелой в спину. После этого мне пришлось отступать, опасаясь моих ножей, они не стали меня преследовать, накинувшись на богатую добычу. После того, как я несколько месяцев провалялся в постели, я завязал с боевой практикой и решил зарабатывать на жизнь метанием ножей в цирке. Как видишь, безуспешно. Понятно, и каковы твои планы на будущее? Нет у меня никаких планов. Ис. Могу пойти с тобой, это было бы замечательно. Ни хрена. Было бы замечательно содрать с тебя все, что у тебя есть. Ничего нет, пока ничего. Нам сейчас главное опыта с ним не получать. Давайте-ка мы сразу его тут оставим. Да, хватит! Подожди меня здесь, Соня. Я пойду поищу LG. А может, день тут тоже завалялся. Во, живодер, распак, нормас. Кто там? LG еще есть, да? Sony. Toshiba. Старые телеки были, сейчас не знаю, телевизор. Привет тебе, Пути! Как тебе моя живодерня? Замечательная живодерня. И как у тебя идут дела? Если честно, то не очень. Работаем в последнее время все меньше и меньше. А что случилось-то? Да нет, просто сырья теперь некому добывать. Вот раньше были охотники за козлами, это да. Я в три смены здесь пахал. Может, я смогу помочь? Ну, не знаю, стандартная партия у нас была 15 козлов. Сможешь добыть столько? Я попробую. Так, подожди, нам еще надо... Мне нужна козлиная кровь, тебе есть немного? Конечно, стоит тебе 40 монет. Вот деньги. Он приносит баночку с красной жидкостью. Вот, держи. Пока, 15 козлов. Обалдеть. Где их достать-то, блин? Да хватит ходить. Боец клана. Так, это, видимо, клан льет у нас. Вот, а это куда? Понятно. Внутрь дома это. Так, местный житель. Жительница Турбена. Ага, понятно, все. Очень полезный дом. Черт бы его побрал. Так, ну осталось только резиденция этого, видимо. Больше? Ну так, мы сюда заходили. А, мы сюда не заходили. Это бордель, наверное. Да, это... Что-то не похоже. Так, осыпь меня свитками, ага. Да, тоже бесполезный дом, пипец. И дама легкого поведения стоит прямо на пороге. У семейного дома. Матери с сыном. Да как... Так, Эдмунд льет. Ну давай посмотрим, что он мне скажет. Я сейчас... Привет, чужак. Ты в первый раз в Ороге, верно? Да, это так, расскажи мне про этот город. Конечно. Орог — это город торговли. Сюда приходят марвийские караваны, и у нас множество развлечений. Вообще вся жизнь тубернийских городов сосредоточена вокруг борьбы двух кланов. Льот и Аудун. Мое имя Эгмун Льот. И я глава клана Льот в этом месте. К сожалению, Аудуны медленно, но верно нас уничтожают. Им полностью принадлежит Хварунг. И сам король из клана Аудун. Здесь же мы пока еще держим рынок и торговлю. Но все остальные районы уже в руках наших врагов. Спасибо за информацию, пока. Да, видимо. Видимо. Нам его закажут, что ли? Других идей нет. Ладно, погнали. Так, нам надо мох, да, сейчас найти тогда, получается, и все. А, еще эти деньги отдать надо этому. Кто тут был, ходил где-то вот здесь. Вот. Давай, пока помню.
сразу деньжище отдадим ему. Потому что это опыт, черт возьми. И надо сейчас обязательно попробовать вот это вот заклинание. Да, нашел вот 500 монет. 250, нормально. Пожалуйста, и найди себе девушку. Окей. Так, так. Что у нас по ней сюжетке? Живодерня и разрушимый меч. Ну вот, собственно говоря, живодерня. 15 козлиных туш. И надо поговорить с знахарем Уги. Он, короче, отослал нас куда-то. Вот, душное болото. Как красочно. О, вот это я люблю. Грабитель. Ага. Так, блин, чихнуть охота не могу. Так, где я-то? Вот это. Давай, ребята, собираемся сразу все. Вроде задел. Обожаю вот эти вот битвы. Они прям вообще красота. Они урона мало наносят. И... идеально. Так, давай вот так сделаем. Еще и промахиваются. А у нас еще и броня сейчас. Ой, хорошо как стали, обалдеть. Так, нам надо на 2 обязательно вот так сделать. Чтобы сейчас один раз только стукнул. Бах! Хорош. Бах. Ой, хорошо. Черт бы побрал. Такая хорошая магия. Надо, кстати, попробовать еще. Эту. Так. 35. 55. Должен выжить. Вот, отлично. Прям идеально. Прям идеально. Сейчас мы на нем попробуем. Так, ну давай. Слушай, а это не масуха? Может, это тоже массовая? Офигеть. Сколько урона? 32 пункта. 32, алло. Магия богов, по-моему, имбища какая-то. Ничего себе. Если это массовое заклинание, то я вообще тогда не знаю. Магия богов это просто... Щищ, я бы даже сказал. Обалдеть. Так. Собираемся, хотел сказать. Два всего каких-то тут. Два куска. Не знаю кого. Сейчас попробуем. Может быть действительно массовый. Если массовый, то это вот вообще просто пипец. Ну-ка. Это массовое. Охренеть. Это массовое. Обалдеть. Офигеть, а что такое? Это яд такой был? Так. Единственное отличие от молотка. От молотка. Это то, что маны стоит на 10, на 5 меньше. Но по сути... Не знаю. А подожди, здесь какие повреждения? Магия и богов? Магия и богов. Странно. Фига урона наносит. Слушай, это даже непонятно. Не, ну молотком вроде побольше. О, одинаково. Что-то плюс-минус одинаково наносят они. Что-то плюс-минус одинаково. Хорош. Ха-ха-ха. Сюда. Так, единственный мох во всей округе. Ну ладно, пойдет. Так, ну мы вообще теперь какой-то неубиваемый. Чертов псих мир путников. Давай. Рецепты никто не отменял. О, это этот, торговец с броней. Так, что тут еще у тебя есть? Надо смотреть на этот, на... Так, ну щиты нам бестолку, кстати. Они проклятые, да? Скорость восстановления здоровья, максимальная энергия. А, у нас класс брони-то, ни хрена себе. Кстати, у нас щит дофига-дофига добавляет. Класс брони 35. Это он добавляет, интересно? Потому что вот эти все не добавляют ничего, видите? То есть, получается, у нас сколько?
35, нифига себе. Если это так, вот почему по нам не попадает. Щит вообще просто. А если вместо посоха еще второй щит взять, мы просто, наверное, неуязвимы будем. Просто пипец. Просто. Слишком много просто, болван. Так, давай посмотрим. Класс брони у нас. 50, нихрена себе. Отражает способность первого нейтрализовать удар противника. 50. Чё-то я тогда в этом-то борщинул там, да? Сказал, что там, ну, 12-15. Если 50 и по нам достаточно хорошо попадают, то, значит, я не знаю. Может, это проценты? Слушайте, может, это реально проценты? То есть 50 это примерно 50 на 50, что по нам попадут. Офигеть, если это так. Кстати, можно проверить будет. Насчет класса брони. Кстати, можно реально будет проверить. У нас есть заклинание. Так, у нас нет ничего. Продать. У нас есть заклинание, которое повышает у нас класс брони. Так. Я только не помню, по-моему, в природе. Так, это иммунитет. Так, меткость выстрела, точность. Так, класс брони, ага. Так, ну, по-моему, не здесь. Точно не тут. Хотя... Инициатива плюс 25. Блин, может, света реально? Что-то помнится мне, какой-то дополнительный эффект был. Класс брони. А! Вот этот. Вспомнил. Вот это. Во. А, нет, тут дробящий повреждение. Блин, не. Я не помню, вот это да. Точность. А, Рой, по-моему, да? Вот, класс брони 12, точно, Рой. Но это более чем бесполезно. Это нужно, например, кстати, на тень, на какую-нибудь, да, колдовать. Класс брони плюс 12. То есть можно в теории на себя... Давай просто попробуем следующий бой наколдовать на себя вот эту с сохранением, естественно. И посмотрим. За один бой наколдуем и дойдем до 100, например. И посмотрим, вообще по нам будут ли попадать или нет. Блин. Опять этот... Мы, походу, с ним вместе идем. Так. По пути идем, мы опять встречаемся, блин, болваны. Да ты задрал! Дай бог опять, во. Так. Да, здесь что-то экспериментировать неохота. Давай, наверное, сразу забафаемся. Так, все, собираемся. Угу. Так, надо вот так сделать, чтобы вот эти дальние загрелись. Да, конечно. Ну, класс брони работает, похоже. Короче, я понял, насрать. Проще вот так сделать сразу. Кстати, вот это лучшая тема, потому что она... Мы можем на себя кастовать ее, и она будет по всем бить. Вот, наверное, чем это лучше. То есть молоток непонятно куда ударит. Кстати, да. Очень полезное замечание. То есть мы можем сейчас себя начать кастовать. О, наконец-то. И ты давай еще. Мы можем начать на себя кастовать и всех заденем. Да, отлично, так и есть, обалдеть. Правда, вот я хилку убрал, вот это очень плохо. Ой, блин. Так, что там по 10? Ну, давай. О, кстати. Блин, неохота. Неохота проверять.
Казалось бы, хп мало, а на самом деле 130 хп у нас. Куда? 130, это же пипец много. Обалденно. Вообще просто пипец. Имба имбовая, ужас. Так, давай, наверное, вот так вот сделаю. Самое нормально будет. Так, что-то... А, нет, попадают. Я думал, пониже не попадаю. Офигенно. Да, даже вот эта дрожь земли даже получше будет. Потому что она вообще кругом бьет. Так, у них, походу, какой-то иммунитет. 18. Угу, окей. 15. Ну, давай тогда. Сейчас тогда закинем им кое-что. Подарочек. Вот так вот и вот так. Чтобы проходило получше. Да, и, наверное, вот так вот даже еще. Сколько там? 35, 18, 19. Давай. Ох, как неохота. Давай-ка вот так, наверное. Вот и все. Хорош. Да, прикольно, прикольно, билдик. Неплохой такой, скажем. Обалденный. Реально, броню покупаешь, чтобы выживать, и все. И красота. Так, только единственное, надо бы... Вот это заклинание, оно вообще очень хорошее. Единственное, только нам надо, наверное, теперь вот это вот заклинание убирать. Или какое-то вот это. Потому что хилка очень нужна. Она может, наверное, спасти нам жизнь когда-нибудь. Где она есть? Вот эту. Наверное, вот так вот сделаем. Да, думаю, что пойдет. Так. Давай вот так вот сделаем. Вот так, окей. Давайте еще нападайте на меня все. Я вот теперь, это прям вообще обалденно. Так, рыночная площадь, куда нам надо? Че мы там ходили? Мох, это нам центр города, по-моему. Кузнец, по-моему, там. Я не помню, где именно. Кузнец это чертов. Так, точно не здесь. По-моему, здесь. Я не помню. Ну, хоть убей, не помню, где он. Может, вообще в торговом квартале. Нет. Вот рубака-то есть, может быть, он. Да. Отлично. Не очень похоже, конечно. Так, да, вот мох. Отлично, дверь, отправляйся, живодер, не закрой. Скоро вернусь. А вот кровь козла. Вот и славно, все собрано. Подожди немного, и я пока закончу работу. Хорошо, подождать несколько часов. Кузнец возвращается с мечом в руках. Вот, смотри, видишь, у него красноватый оттенок. Это самая крепкая сталь в мире. С тебя 240 монет, вот деньги. 500 экспы с меня, вот что. Держи свой меч, все хорошо. Обалденно. Так, ну-ка, давай посмотрим, что за говно. Да-да-да, меч. Качественная сабля из красного металла, я понял. Да. Это, такого обмана я не ждал. Просто не ждал. Так, магия богов, сколько у нас теперь? 13? Наверное, еще где-то 2 левела нам надо, да? Грубо говоря, плюс-минус 2-3 левела где-то нам надо. Поэтому собираем все, что можно. Так, внимание. Давай, внимание, 2 сразу, да? До 46, да. Будем сразу внимание качать. Так, окей, пойдет. Вот это да, это пойдет. 46 у нас уже, ребяточки. Вообще красота. Так. Меч говно, но опыт. Живодерня.
15 козлиных туш. Блин, вот где их высрать, вообще ума не приложу. Так, ну у нас тут квесты, получается, закончены, я так понимаю, да? Потому что вороги у нас только живодерня, а по сюжетке нам надо к этому обратно тащить. Хлатли, да? Хлатли. Рыбки-то можно подорвать. Принеси ему рыбий пузырьки, кожу и перо грифона. Все это у нас можно вырвать у грифона, кожу золотого быка. Ну все, вот это у нас все есть. Я не знаю, почему мы в прошлый раз подходили, у нас не сработало, черт его знает. Все, это у нас есть. Ну ладно, давай тогда, наверное, закончим. У нас последний город, это вот этот вот остался. Тарвик. Сейчас туда сгоняем, посмотрим, что там. В Вороге мы тоже вроде все закончили. Квестов вроде там у нас больше нет. О, смотри, даже никто не отпадает. Ничего, никто не отпадает, а? Ха-ха, сам нападу. Даже никто не... Ой, а что это, никого нет? Ой, все что? Два? А усё, что ли? Ну, Семён Семёныч. Так, давай, наверное, вот разгонимся. Давай разгонимся. Так, хоть бы напал. О. Так. А тобой 24. Обалдеть, очень неплохо. То есть 3, да, получается? В 3. Очки действия 10, 25. Ну да, плюс-минус то же самое и получается. Но тем не менее. Бах. Бах. Блин, как же мне нравится эта магия, просто обалдеть. Она еще классно выглядит. Так, дракон, иди сюда. Так, и, наверное, если хватит, отлично. Тут на него почаще проходило. Ну-ка, давай. Блин, огонь. Вообще топчик. Так. Получается, вместо посоха нам уже можно что-то... еще один щит, например, да? И какой-то меч с этим, с весом. То есть нам надо мечи сейчас смотреть. Но у нас силы не хватает, правда, но тем не менее. Силу мы еще прокачаем. Кстати, насчет силы. А сила-то у нас что уходит? В интеллект, да? Так что, наверное, давайте-ка мы эти очки покопим, я думаю, сейчас. Я хотел силу перегнать в интеллект, а потом силу прокачать опять до 12. Что-то типа такого. Хотя интеллекта на особо там много тоже не надо нам уже. Указывали на магическую силу персонажа, что бы это ни значило. Ладно. Ладно, 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 давай. Мирных, давай. Заодно посмотрим, кто там у нас. Нищий. Спасибо. Так. Здесь я еще не был, получается. Здесь я еще не был. И у нас, по-моему, еще второй квартал где-то есть. Так, это привратник. Так вот он. Вот уж приперся сюда. Вот мы и свиделись вновь, парень. Все, забывай, кстати, как тебя зовут? Витамин, ты здесь, наверное, не просто так, да? Конечно, я же Аудун. Я здесь вотчина... А здесь вотчина льотов. Так что не желаешь, кстати, нам помочь? А то вербовка новых людей может занять много времени, а ты человек проверенный. Хорошо, я не против вновь начать с тобой сотрудничать. Как обстоят здесь дела? Да как тебе сказать, по большому счету здесь всем наплевать на то, что какой клан ими правит. Их больше волнует сезонная миграция рыбы. Тем не менее, нам надо заканчивать свою работу. Здесь живет сын главы клана Льот Грани. Это их последнее прибежище и наша последняя задача. Хорошо, а что конкретно надо сделать? Тебя просто надо убить его, и тогда все льоты перейдут под нашу сторону. Грани не ожидают, что мы ударим по Тарвику так быстро.
Поэтому он не таясь поселился здесь в самом большом доме. Просто пойди и убей. Так просто? А ты уверен, что там нету никакой засады? Ну, как тебе сказать? У Грани, конечно же, довольно серьезная охрана. Но чего-то неожиданного вряд ли можно ожидать. Неожиданного ожидать. Хорошо, я вернусь тебе, когда все сделаю. Ну, это вообще не проблема, ребятушки, это опыт. Я все, вот эти двуногие, это все опыт. Это все опыт. Рыбак, рыбак с заклинаниями, давай. Так, посох бы какой-нибудь нам еще бы. Кстати, наверное, посох нам особо-то и не надо, да? Посох, наверное, нам особо и не надо, да. Так, ты кто? А, кстати, это какой-то квестовый Харальд. Что-то у кого нет у тебя? Так, стоп. Вот это я прикуплю. Так, итого у нас 7, да, 10 осталось. 7500. По мане очень много у нас, окей. Этих вот бомб покупать тогда. Особо ничего и не поговорить тут. Староста Глум. Давай. Сначала вот так вот. Что это сидит? Какой-то хровль. Рыбак. Ты что там сидишь-то, болван? Даже не поговорить с ним. О. Ты тоже подошел, чтобы плюнуть хролеву в лицо, да? Да, ты же за клеткой ничего мне не делаешь. Поэтому вот почему бы тебе не плюнуть на лицо? Ладно, не будем так говорить. Нет, что ты? За что ты сюда угодил? Мой сосед Снори большая сволочь. Он, зараза, спрятал свой улов и сказал, что это я его украл. И за это меня скоро должны утопить. Люди видели, как я ходил около его проклятой рыбы. Ну а после ареста они ничего меня не нашли. Потому что я ее не трогал. Так ты не виноват? И куда, по-твоему, он спрятал свой улов? А хрен его знает. Можно было бы поговорить с соседями, с Тьяги, например. Ладно, может быть, я помогу тебе избежать морского дна. Вот, поможем мужику. Так, это у нас куда? К заливу. Какой-то Тьяги. Так, ты не Тьяги? Боец клана Льет. Льет. Боец клана Льет. Грани. Что-то знакомо, Грани. А, мне его убить надо. Что-то знакомое. Что тебе нужно? Ты здесь главный, верно? Но не хочешь мне что-нибудь рассказать или о чем-нибудь попросить? Нет, вали отсюда. Или не его. Кого-то мне надо завалить-то. И зовут Грани. Да, взялся за это. Он сказал, что последнее задание уничтожить лидера клана Льет в этом поселении. Ну, его и завалить надо. Наверняка еще, говорит, увидимся. Так, хорошо. Ну, погнали тогда. Сейчас всех тогда загрим сразу. Давай. Так, ну, собираемся, собираемся. Хорош. А, вот это обидно. Вот это было обидно. Так, так. Ой-ой-ой, какие они мощные. Но, на то у нас и банки эти есть, да? Блин, плохо, что мы не можем накастовать этот, чтобы на два заклинания у нас. Чтобы на два заклинания у нас хватало, блин. Вот это плохо. Так, давай дубиной. Кто там бьет? Этот слабо бьет. Кто у нас там больше всех пострадал? 109, обалдеть. Обалдеть. Я понял, я вас понял. Я вас понял. Нет, а никаких банок не хватит. Так. Давай. О, пошло дело. Ну чё, попадать-то стали? Что случилось-то?
Так, тут, наверное, неплохо было бы какой-то брони какой-то, да? Но у нас броня и так уже на пределе. Там под 90 все. Так. Так у нас с такими этими темпами у нас броня улетит, мама не горю, конечно. Так, этого у нас 44. Угу. 44. Отлично. Сам по себе попал только болван. Давай, по теням тогда поперли. Блин, жалко, жалко, конечно. Опыт. Вот, видите, промахиваться и теряет ход. Вот это вот критический промах есть. Так. Так, 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 так. О. Это что-то не такой крепкий, как вот эти дядьки. Что такое? Почему 30? 20, 19. У меня что-то сломалось или что я? А почему такой урон большой стал? Ничего себе. Вот это прикол. Странное дело. Так, ладно. Так, что у нас тут? 97. Тут еще живее всех живых. Вот этот вот скоро помрет. Так. Ну, давай. Отлично. Так. 7. Прекрасно. 45. Замечательно. Так. 95. 45. Эй, ты зараза, блин! Зараза вонючая. Так, 94. Его мы должны сами завалить. Пипец, опыта потеряли среди тенями вонючих. Любители добивать. Ну да, нам на два удара не хватает из этой же магии. Так, 20 у тебя, да, осталось? Ну давай. Отлично. Короче, тень, походу, сейчас его приходят. 8, если попадем. Хорош. Нормально. Но опыт тут мелочный, поэтому... копеечки буквально. Так. Сейчас тут, наверное, против нас все ополчатся там в районе, да? А, никого, смотри, не у нас. Бедолага. Ну хватит, алё, куда пошел? О, что-то я затянул серии-то, пипец. Все же готово, друг. Особых препятствий не было. Я пока... Так, все в порядке, я убил Грани и его слугу. Молодец, ты сильно помог нашему кладу, и мы теперь единственная хозяева Турберна. Моя работа теперь окончена, и я отправляюсь в Хворунг доживать свой век на пенсии. Еще раз большое тебе спасибо от всего нашего клана. Я рад, что помог вам. Всего вам хорошего. Если буду в столице, обязательно навещу тебя. 400 опыта. Прощай. Так, ладно, ребяшки, давайте, наверное, закончим на этом. Что-то я заигрался тут. Пипец уже. Время-то просто обалдеть.
Вот, а и в следующей серии. Магия, еще раз скажу, имба, имбова. Когда у нас бот 50 очков, и магия до 15 прокачана, это бот... Вообще бот трэш. Всех будем выносить. Ладно, на этом все. Спасибо большое за лайки, за поддержку, за подписку, ребятушки. Увидимся уже в следующей серии. Всем доброго, друзья. Всем хорошего и всем пока.